Здравствуйте, дорогие болельщики. Тренировки хорошие, нагрузки выдерживаем, готовимся к предстоящим играм. Хотим вам в товарищеских играх, даже в контрольных, подарить вам победу. Сейчас у нас проходят тяжелые двухразовые тренировки. С завтрашнего дня у нас нагрузка пойдет на спад, потому что нам нужно готовиться к играм, которые пойдут 2 и 3 числа с армянскими командами. Поддерживайте нас и болейте.